В Омском районе на берегу Иртыша расположился палаточный лагерь «Зурбаган». В нынешнем году этому оздоровительно-туристическому проекту 25 лет. Для тех подростков, кто любит романтику приключений, кого не страшат трудности походной жизни, кто хочет научиться самостоятельности, летний туристический лагерь – самый лучший вид отдыха. Кроме того, это хорошая возможность найти новых друзей, научиться самоорганизации и правилам безопасности. В лагере каждый день интересный, а 25-летний юбилей – буквально каждое утро ребята друг друга с днем рождения поздравляют. Миссия лагеря – дать возможность ребятам старшего возраста, которых ни в какие другие лагеря не принимают, чтобы у них тоже какой-то центр общения был. Ребята со всей области, большинство из Азовского района, но и 38 человек у нас из города, куда подвозят. У нас сейчас и Силькуль, у нас сейчас Русская Поляна, Кормиловка. И даже город Москва, которая приехала к бабушке, приехала к нам. 25-е лето «Зурбаган» встречает ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Полигон для спортивного ориентирования, скалодром и туристская полоса здесь никогда не пустуют. Туризм – это неотъемлемая часть нашего лагеря, поэтому, во-первых, тут очень многие ребята отдыхают, которые занимаются у нас в турклубах. Соответственно, они очень любят эти тренировки на скалодроме, на турполосе. А также новые, кто с этим знакомится, конечно, очень им нравится это. Мне здесь запомнилось, как я лазил по скалодрому. Проходил вчера ориентирование и выиграл там второе место. Мне тут нравится, и я хочу приезжать каждый год сюда, и тут интересно, и не только для мальчиков. Вы первый раз тут? Да, я в первый раз, мне очень все нравится. Что нравится? Вожатые, как тут спортом занимаешься, мероприятия, как... кормит. Каждый день девчонок и мальчишек в Зурбагане насыщен весельем, полезными делами и различными мероприятиями. С юными туристами всегда рядом педагоги. Для них работа в лагере тоже определенное испытание, пройти которое им помогает взаимовыручка и поддержка. Я в этот лагерь приехала уже третий год подряд. Я училась в колледже культуры, на профессию хореографа, и мне предложили на практику приехать сюда. И вот я попала, и ни в коем случае не жалею, это очень круто. Эти эмоции не передать, они заряжают на целый год вперед. Первый год, 17 лет назад, приехал сюда поработать. И вот первый день, как мы встретились. Да, и в августе вот мы уже будем 16-летие нашей свадьбы праздновать. Не только мы здесь встретились, но и получается, что мы и живем здесь. Спасибо. Интересно, лето, которое насыщено вот этим вот сезоном в Зурбагане, оно раза в три больше, чем у всех остальных лет. Оно большое, оно и такое яркое, теплое. Иртыш, палатка, все рядом, лес, ребенок, костер, когда, песни. Да, костер, песни. Когда дети находятся вот вокруг всего этого, настолько обогащает жизнь, которая проходит у них. В этом году за свой проект «Палаточный город Зурбаган. 25 лет под парусом мечты» молодежный лагерь получил президентский грант в размере 2 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на обновление материально-технической базы и призовой фонд. А значит, следующий год будет еще более интересным и насыщенным для молодежи. Зурбаган снова примет омских девчонок и мальчишек, которые верят в алые паруса. Зурбаган!